весовой категории 72 килограмма. В синий угол октагона приглашается боец, представляющий Россию. Встречайте, Ислам Гасангельдиев. Ну а в красный угол октагона приглашается представитель Узбекистана. Встречайте, Бабур Набиев. И все готовы к началу этого боя. И начинается бой. Сразу же вперед идет. Ой-ой-ой-ой-ой, какой нокаут! Какой нокаут! Какой нокаут! Ну что я вам говорил, дорогие друзья. Очень-очень-очень хорошие ребята у нас сегодня. Крупные ребята, 72 килограмма. Тут один удар. Один удар может сразу решить исход. Отличный удар показал Набиев Бабур. Просто прямой в челюсть сразу. Недоволен, конечно, своим выступлением Ислам. Сам собой недоволен, но что ж поделать. В октагоне за 7 секунд победу нокаутом одержал боец красного угла Набиев.